звучащий со сцены, пробирает до мурашек. Многочасовые репетиции, без сомнения, сыграли свою роль. Но с тем, что талант у этих ребят от Бога, не поспоришь. За плечами у многих музыкальная школа, занятия вокалом и множество выступлений. Те песни, которые я подготовил сегодня, они уже не раз исполнялись мною. Конкурсанты, конечно, очень на высоком уровне. Пока жюри определяет оценки для каждого участника, страсти за кулисами и на сцене кипят не на шутку. Ведь каждый из них пришел за победой. В этом году вместо 10 финалистов жюри выбрали 11 лучших. Конкурс проходит уже 22-й раз. И впервые в нем могли принять участие ребята из других городов. Среди них жители Рыбницы, Дубасар и Григориополя. Очень сильные участники, очень много интересных вокалистов, очень разноплановый репертуар. В этом году у нас первое конкурсное произведение по собственному выбору, это стандартно. Второе конкурсное произведение – хит 70-х годов. Вот, ребята исполнят самые популярные песни Элвиса Пресли, песни Донны Саммер, песни «Битлз». Первое место команда жюри отдали исполнительнице из Тирасполя Анне Зайченко. Приз зрительских симпатий получил Илья Жалнин. А вот звание гран-при завоевал участник из Дубасар Валерий Солонарь. Достойной наградой для каждого победителя стала денежная премия и любовь зрителя. Ирина Гуска, Анна Шерпул, Игорь Харламов. Первый Приднестровский телеканал.